Уважаемые жители Брянской области, дорогие земляки, Новый год и Рождество – самые добрые и семейные праздники, любимые с детства. Переворачивая последнюю страницу календаря, мы провожаем уходящий 2019 год и встречаем наступающий 2020. Год 75-летия победы в Великой Отечественной войне, год новых ожиданий, событий и свершений. Под бой новогодних курантов каждый из нас вспомнит, чем запомнился ему этот год. В 2019 году мы вместе отметили 75-летие образования Брянской области. И юбилей нашего героического, легендарного края мы встретили с достойными результатами. Развивается экономика. Это напрямую отражается на качестве жизни жителей региона. Мы продолжаем строить мосты и дороги, открывать детские сады и новые поликлиники, спортивные объекты, открывать благоустроенные площади, скверы, дома культуры. Мы покупаем новые автобусы, автомобили скорой медицинской помощи, обеспечиваем жильем работников здравоохранения. Дорогие земляки, спасибо вам за труд и желание сделать родной край лучше. Благодаря вашим идеям, талантам, реальным делам наша Брянская область является лидером по многим направлениям и вступает в 2020 год с большим потенциалом для дальнейшего развития. Вместе с вами мы многое сделали, но еще больше предстоит сделать. И только с вашей помощью и поддержкой у нас все обязательно получится. Дорогие друзья, Новый год и Рождество объединяют нас вокруг главных человеческих ценностей, доброты, милосердия и сострадания, любви к своей семье, к своему родному краю и отечеству. Пусть ваши родные будут здоровы. В доме царит мир и согласие. Дети радуют, а мечты обязательно сбываются. Пусть наступающий 2020 год станет для всех нас временем движения вперед, временем единения и взаимопонимания. С новым 2020 годом и Рождеством Христовым! Уважаемые граждане России, дорогие друзья, совсем скоро наступит 2020 год. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия 21 века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Сейчас мы с волнением ждем боя курантов. Верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется. А наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее. Будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство – это основа достижения любых самых высоких целей. Эти ценности нам передали наши предки. Героическое, несгибаемое поколение победителей. В наступающем году мы будем отмечать 75 лет победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон. Дорогие друзья, встречи Нового года мы всегда готовимся заранее. И несмотря на множество дел, главным считаем теплоту человеческих отношений
и дружеского общения. Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками. Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков. Вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Эти порой старые уже, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям. Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции. Но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть счастье, взаимопонимание навсегда поселятся в вашем доме. Поможет преодолеть все трудности, сплотит поколение. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание. А каждый ребенок знает, что он самый любимый. Друзья, Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С новым 2020 годом!